775 домов для пострадавших от паводка строят в западно-казахстанской области. Большую часть из них возводят в областном центре. Ранее глава правительства Олжас Бексенов отметил низкий темп работ в регионе. Он сегодня лично побывал на стройплощадках, начал свой маршрут с Теректинского района. Там в настоящее время строят 131 дом. 106 из них возводят в селе Подстепное. Каждое домовладение типового проекта. Это трехкомнатные одноэтажные дома площадью 80 квадратных метров. Строители обещают, что новоселье сельчане отметят до начала отопительного сезона. Большую стройку развернули и в Уральске, в микрорайоне Жолдыз, в пригородных селах Зачаганск и Деркул. До конца лета возведут 374 типовых дома. Бектенов поручил ускорить темп работы и переходить на двух-трехсменный режим, а также усилить контроль над качеством работ. В интернете видим, как из-за ветра рушатся стены возводимых домов. Такого не должно быть. Контролируйте качество. Весной наш дом в дачном массиве ушел под воду. Живем пока в эвакопункте. В микрорайоне Жолдыз мы получили новый просторный дом. Сейчас завершают его строительство. Надеемся получить ключи до 1 сентября. Благодарю нашего президента и правительства за поддержку и внимание. Премьер-министр уделил внимание также ситуации с инженерными и дорожными сетями. В строящихся районах нужно заблаговременно предусмотреть инфраструктуру и благоустройство, отметил Бектенов.